Всем привет! 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 Продолжаем мы играть в великолепную игру Tropico 5. Сделал я небольшой перерывчик, 1-2 дня я не играл. Поэтому нам нужно все вспоминать. Ну поехали, 95, перемирие, по-моему... Ух ты! Сколько здесь много. Твоему новому начальнику штаба генералу Пин... У нас оружевых башен-то много, детка. Я выполню задание? Если верить твоему новому начальнику штаба генералу Пенульти... Войска Сысла Роха напали на вашу независимую страну. Этот нелепый... Ой, это баг был, ладно, все. Нам уже дали задание, чтобы мы построили это 6 или 5 вышек, я так и не понял. Было написано 5, а здесь было написано 6. Но в итоге мы это уже сделали. Давайте глянем, что у нас есть. Исследование. Ох, электростанция. Ни разу не строил. Ну давайте исследуем. Вот у нас все есть, жаргон. А, вот у нас уже много исследований. Ну, давайте. Смотрим, указы. Активный. Угу. Знаете, какой хочу? Вот это хочу указ, смотрите. Повышает. Я же вам еще не показывал, как нужно вкладывать своего главного героя и прокачивать его, правильно? Ну, потому что у нас не было как бы такой возможности. Можно было, был бы риск. Поэтому я в первую очередь хотел выигрывать. Но теперь, повышая стоимость здания на 20%, половина от этого повышения по окончанию кризиса переводится на счет швейцарского банка. Вот. Когда мы переводим деньги в швейцарский банк, наш счет, да, мы потом можем прокачивать нашего главного героя. Мы это и сделаем. Давай. Мы лучше сейчас будем строить подороже, не проблема. Зато у нас будут денежки копиться. 40%. Что же у нас есть еще здесь, господа? Фух, я уже ничего не помню. Смотрим, что у нас здесь стоит. Сахар, сахар, сахар. Три сахара. Потом мы смотрим сюда. Нет, мы не смотрим сюда, мы смотрим вот сюда, вот. Что у нас? Где-то на паузу нажмем, да. Чё я туплю-то? Вот. О, все такие прям уже крутые. Смотрите, у них желтые шапки стали. Окей, порта. Ну-ка, что у нас здесь есть? Вот, торговля. Подождите, а здесь разве данных не должно быть? А, ну вот, доски, да? Доски. Бревна. Сахар. Вот 8000 сахара. Ожидаемый доход. Нормалек. Смотрим еще раз. Нет доступных торговых путей. То есть у нас сейчас нету торговли. Это плохо. У нас очень много сахара. Сахар очень дешевый. Мне это не нравится. А давайте глянем. Мы сможем переделать плантации. Кофе. Кофе, смотри, какая красота. Ну хорошо, будем в сахар. У нас еще есть доски и бревна. Правильно я говорю? Так точно, капитан. Вот, бревна, доски. Хорошо, хорошо. Все, два корабля мы пересадили на сахарок. Немного он стоит, но пускай будет. Теперь нам нужны доски. Доски только импорт. Бревна импорт. То есть мы доски и бревна пока не можем трогать. Хорошо. Рыба импорт. Очень мало экспорта. Очень мало. Я негодую. Ром. Как ром добывать? В любом случае нам нужна репутация. Мы безрепутационные человеки. Что я сказал? Я не знаю. Ну ладно. Ну что ж. Сахар, сахар, сахар. Здесь у нас кукуруза. Ну кукуруза нам не нужна. В любом случае. Это бессмысленно абсолютно. Имеет три сахара и одну кукурузу. Ну, это stupid logic, понимаете? Мой English язык. Хорошо. У нас есть отличная возможность для бизнеса. Нажиться на чужом горе. Мне нравится такой подход. И союзникам, и Оси. Оси, наверное, какая-то страна или государство. Остро необходимы ресурсы. Это означает, что мы можем продавать их втридорога. И они не смогут отказать. О, это интересно. Экспортировать уголь в количестве 5000. Угу. Уголь. Уголь это у нас шахта, я помню, да? Смотрим, что еще. А, здесь, наверное, было два предложения, мне нужно было выбрать из двух. Ничего страшного, не волнуйтесь. Пока у нас стоит пауза, мы смотрим дальше. Что у нас здесь есть? Уголь? Неизвестно. Где-то уголь был, вот он, уголь. Детка. Уголь, это уже хорошая вещь. У нас исследована шахта. Что у нас с бомжами? Давайте глянем сначала.
Люди недовольны. А, вот уже довольны. Было 40%, стало 42%. Смотрим. Недовольство, это нам не интересно. Нам нужно вот это вот. Бездомно, 11 человек. В принципе, немного. Можно построить парочку хижин. Красиво, смотрите, прям, ну, какая красота. Прям деревья стоят. Вообще какой-то красивый город стал. Это я что ли делал? Молодец. Так, надо... Ну, про армию мы пока не думаем, потому что у нас перемирие 8 лет, это мы будем чуть позже думать. Сейчас самое главное это бабло. Запомните, 4 слова. Б-А-Б-Л-О-О. О, автостоянка. Угу. Нам, конечно, много еще нужно сделать. Я здесь много и не знаю, поэтому будем узнавать. Ну, шахта, в первую очередь, шахта нам нужна. Давай, детка, строим шахту. И как раз мы выполним задание. Откуда нам пойти? Вот сюда. А вот так вот можно. Вот так вот. Опа. И вот так вот. Опа. Красотюля. Красотюля. И вот так вот. Ну, а чё бы нет. А здесь можно какой-нибудь домик построить. Хорошо, дальше. Что нам нужно? Таверна у нас есть? Серч, товер, серч. Дальнобойщиков. Нет, пока нам не нужно. Можно улучшить их работу, но мы не будем. Мы же, наверное, акцент делать на сахар уже не будем. Все, я запускаю. Они у нас в руках. О. И теперь-то мы из них выжмем все до гроша. Надо будет порепетировать злодейский смех. Насколько следует поднять цену? Поднять цену на уголь. Союзника. А давайте мы будем союзниками. Ой, не туда нажал. Господи, Иисус, за что? Ладно, я немного не туда нажал, но ничего страшного. А почему столько мало народу? А, я, наверное... Нет, я не трогал. А, ну да, я, наверное, ее преобразовал. Да, все правильно. Я же на паузу нажимал. Все, понятно. Угу. О, машинки, смотри, как умазано. Машинки еще больше стали. А они вроде маленькие были. В любом случае, смотрим, что у нас здесь есть. Давайте поставим тогда. Так, это у нас лесорубы. Да, у нас хороший акцент на доски. Нужно искать. Доски, правильно? Доски берем. У нас очень много досок. Ну-ка, стоп, давайте глянем вот таким вот образом. Вот так вот и вот так вот. Да, ой, как много бревен и досок. Угу. В любом случае нужно искать какой-то экспорт. Ну, лучше досок экспортировать. Пока у нас только сахар и ананасы. Сталь. Так, сталь. Ничего интересного. Можно сахар переделать в ананасы, но это смысла нету. Да, я хотел построить фазенды. Давайте построим фазенды. Чтобы у нас не было бомжей. Это очень важно. Например, где его построить-то, я вот думаю. Здесь нам лес нужен. А, вот он, таверна, да? Ну, давайте где-нибудь здесь вот построим. Раз, два, три. Вот так вот. Хорошо, бабло пришло. Здесь у нас таверна. Нормально, она почти полная, хорошо. Нам теперь нужен магазин. О, общежитие. Конечно, жилье падает, блин. Ой, подождите. Вау, это мне нравится. Ну-ка, давайте мы это тогда уберем. Отменить. Я даже и забыл, что здесь новые постройки появляются. Давайте уже строить красивые дома. Они подороже будут? Намного дороже. Ну ладно, зато качество жизни будет повышаться. Ой, как раз в этом месте, да? Все, живите, радуйтесь. Так, идем дальше. Раньше пристань, лагерь есть, шахта есть. Нам нужно сделать акцент на шахту, поэтому увеличиваем мы. А там уже все сделано. На шахту, на уголь, да? А сколько он стоит вообще уголь? У нас дорого? Нет, мы так и не нашли уголь, да? 660? Ладно, нехило. 660. Теперь мы построим следующее. Чтобы люди были довольны, мы построим... Ух ты, ресторан у нас есть.
Не, не будем ресторан строить. Театр. Столько много построек появилось. О, продуктовый магазин я хочу. У нас же есть газеты, да, газеты у нас есть, продуктового магазина у нас нету, точно, я помню. Вот рядом с таверной. Ага, ну-ка, если делать вот так вот и вот так вот. Отлично. Хорошо, нам опять привезли бабло. Вот уже у нас подъемный кран. Так, нам нужно войска, но пока мы трогать их не будем. Хорошо. Самое главное теперь выполнять миссии. Нам нужен уголь, правильно? Будем экспортировать уголь. Бабло идет, но как-то так убого. А, знаете, что я хотел сейчас сделать? Стоянку, да? Автостоянка. Где она была? Вот. Ну, повышает количество людей. Ну, давайте. Прикольно будет посмотреть на автостоянку. Здесь вот. Ну а чё бы нет, пускай припаркуется там. Все, хорошо. Сделали мы автостоянку. У нас готова здесь теперь шахта. Почти готова, но уже почти готова, да. 10%. Ну блин, ну что-то дешевое. Дешевый уголь, конечно, вообще печаль. Но будем ждать в любом случае. Нам нужно найти куда... Ай. Президент, я настоящим требую, чтобы в рамках соглашения о расширении углубления вы издали указ с предваряющим уведомлением о повышении жалования пенультимо, далее именуемого пенультимативной стороной. В случае невыполнения вы будете здесь и далее именоваться делинквентом, а народ Тропико будет научен юридическому жаргону. Открытые варианты Конституции. О. Политическое право государства. Подтасовка. Ну, давайте, демократия. Так, счастливое детство, поздняя пенсия. Рай для рабочих, ранний выход на пенсию. Ну, ранний выход это в 60 лет, да? Они имеют право выйти на пенсию в 60 лет. Это ранний выход? Это не ранний выход. Гражданство. Вот, визовая. Вот так вот мы сделаем. Давайте по визам. Нам нужны только образованные. Наше государство будет процветать. У нас уже есть подъемные краны, видите? Так, уголь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну что ж, ну давайте это сразу мы на максимум поставим, чтобы быстрее выполнить задачу. Где новые миссии? Давайте мне новые миссии. Вот у нас строят домики. Отлично, отлично. Где у нас показатель? Минус красота. Союзники нам посылают помощь. Во, смотрите. Разрешение строительства нам дало 550 баксов. Ну, неплохо. Пойдет. Мы все равно будем только развиваться. Это у нас миссия, да. Библиотека. Ага. Хорошо. Пока у нас все отлично идет, исследования идут. Сейчас нужно чекать в первую очередь. Не, не это. А это что такое? Конституция, да? Да, все то же самое. Нам нужно чекать в первую очередь экспорт, табак. Ну что же за ерунда одна? Ладно, пока у нас много бабла, да? Первостроительство, раньше шахта, пристань. Мы пойдем, короче, искать еще одну шахту. Вот что мы сделаем. Где-то здесь она была. Вот она, еще одна шахта, да? Далековато, но что поделать. Пойдемте разведаем бабаля. Что у нас здесь с военными? Улучшение. Прибыли граждане, видите, при том, что я вот поставил, что нам нужны только умные. Так, стоп, как исследовать, я забыл. Вот, разведать. Ну, давайте, братцы, прочекаем, что у нас здесь. В прошлом году умерло от голода один человек. Это копейки.
Кстати, смотрите, а можно не прям в точку идти разведывать, да? А можно куда-нибудь подальше. Они пойдут по пути, разведут ваше место и еще захватят дальше стоящее место. Например, если хотите разведать вот эту точку, да, разведать хотите, вы можете поставить вот сюда вот, и они пройдут здесь и сразу больше территорию разведают. Хорошо, сахар. Ну, нам нужна торговля. Вот, рыба 300. Мясо, ой, только не мясо. Нет, мясо мы уже не будем трогать. Какао, смотрите. Какао. Да, мы переходим на какао массово, мгновенно. Для начала нам нужно глянуть, здесь нормальное место для какао. Эффективность маленькая, плохая эффективность. О, какао. Так это плохое место для какао. А для сахара приличное. Ананасы, хлопок, кукуруза. Кукуруза везде нормальная. Вот вы видите, да, я смотрю по сетке. Что-то сахар не очень, да, я согласен. А вот, например, хорошо у него с чем? С кукурузой, да, хорошо. Хлоп. Кофе хорошо еще. Ладно, будешь кофе. Но нам нужно какао. Да. Какао плохо, кофе. Бананы. Да что ж у тебя все плохо так? Плохое место я выбрал, конечно. Ну-ка, у тебя что? Какао. Вот, это хорошо. Какао. Какао уже дорогое? Блин. А как поставить репутацию? Где моя репутация? 70. Сейчас, секунду. Все равно пока поставим. Какао. Нормально. А здесь у нас что? Сахар и кофе, да? Блин, что же выбрать-то? Сахар. Какао здесь плохо идет. Ну давайте тоже какао, чтобы голову не ломать. У нас будет 3 какао. Все, хорошо. У нас здесь все по максимуму, да, сейчас будет? Давай по максимуму. По максимуму. Нам нужно много какао. Будем работать через какао и через шахты. И все, и профит. Шахт у нас работает. Кто-то увольняется, но ничего страшного. Перемирие еще у нас есть. Это еще одна библиотека, да, да. О, это что, пробки, все? Так они построили, да? А, вот они строят. Автостоянка. А куда еще больше-то машин, они вон уже не могут проехать, что надо? Наш наставник Леон Кейн учил меня, что в военном конфликте применение силы не может быть избыточным. Крупная постоянная армия с упором на бронетехнику несомненно пошатнет решимость противника довести количество армейских баз до 2. Это армейская база уже? Это армейская база, правильно я понял? Или это военный форт? Интересно. Ну ладно, давайте глянем туда армейская база. Где там защита? Нифига себе. Нифига. То есть военный форт можно сносить, нужно ставить армейскую базу или казарму. Хорошо, исследуй технологии танки. Нифига себе, как все запутано. Это мы тогда отменим, это отменим. Где у нас танки? Еще одну технологию. А что же еще не исследовал? А. Хорошо, тогда исследуем мы это и пойдем исследовать танки. И будем уже строить. Скорее всего, я снесу вот эти вот постройки, они бесполезные. Что-то обычные военные, да, которые просто исследуют. Отлично, здесь все машинки ездят. Смотрим, что у нас с торговлей. Какао, сахар, ерунда, бананы.
Бананы. Золото, железо. О, золото. Вкусняшка. Не стали. О, как сталь дорого. А из чего сталь, интересно, делается? Подождите, сейчас глянем. О, средняя школа. А, нужно то и то строить, короче. Бюро. Нефть. Во, это что такое? Так, одежда. Капец, сколько здесь надо изучать? Сигары. Сигары. Ресторан. Ну, это все ерунда. Полицейский участок. О, клиника. Ну, давайте построим клинику, что ли. Она такая маленькая еще, ништя. Так, вот так приближаем. Где у нас? Вот все вот где надо построить, рядом с гражданами. О! Ну, прям идеально. Посмотрите, да? Прям... Исследования не... Хорошо, так, он сказал, что открыли мы посольство, но нам нужны танки, нам все равно посольство. Но мы построим посольство, само собой. По идее, оно должно улучшать отношения с союзниками. Где у нас посольство? Вот оно, посольство. С одной иностранной державой. С одной. Где ж тебе поставить-то посольство-то красивое? А у него вообще вход есть где-нибудь? О! Ха, красота! Запиндюрили куда надо. Все, исследовали мужики. Уголь. Хотя, если уголь будет нормально стоить дорого, будет отлично. Блин, дайте мне уголь. Два корабля у нас стоят, ничего не экспортируют. Да, выполняется у нас потихонечку миссия. Скоро мы наберем 5000. 5000 угля еще немножко осталось. Угу. Все, давайте тогда сейчас мы исследуем. Танки. Не, танки это уматно, да. И будем сносить эти здания, построим другое. Посольство. Что у нас здесь? Какао. Исследования не надо? О! Прикольно. Какао. Так, везде, значит, мы улучшаем. Давайте везде улучшаем какао наше. И все, и будем ждать... Когда появится экспорт какао. Нормальный экспорт. О, я уже могу, правильно? Это не самое выгодное, но пускай будет. Все, отлично. У нас уже будут и сахар, и какао. Кстати, сахара-то у нас нету. Поэтому мы, кстати, корабли сахара уберем потом. Поставим на доски. Нам нужны доски и уголь. Так, где же у нас доски-то? Доски. Ага, будем ждать, короче, доски и уголь. Порты у нас. Развивать их можно? Нет, нельзя их развивать. Менеджер. Зачем менеджер порту? Я вообще не понимаю. Мне кажется, что 4 порта это много. Почему-то я так думаю. Реально много. Ну ладно. Офигеть, я уже в минусе. Почему я в минусе уже? За что? Эх, ну ладно, уже минус 7000. Ну вот, разрешение строительства дало мне 1000. Пойдет. Все, давайте выполняем задание. Быстрее, мужики, давайте, работайте. Угу. Блин, а чем мы так минус-то ушли? 8000, странно. 174 человека уже. 193 человека. Куда столько людей-то?
Пускай идут только образованные. Колледж. Давайте, давайте, миссию выполняйте. А, армейские базы, да-да-да. Ждем, ждем, долго еще ждать. В прошлом году умерло от голода 5 человек. Ну, пофиг вообще на них. И уголь, ждем уголь. Дайте нам угля, пожалуйста. 623. Ну, давайте хотя бы так. Все, убираем корабли, сахар, какао оставляем и перекидываем их на рыбу еще дешевле, да? На экспорт угля. Какой он дешевый уголь. Все, давайте, мужики, гоу-гоу-гоу. Шахта у нас работает, у нас угля много. Интересно, а в этом выпуске будет какая-нибудь аномальная тема? Давайте извержение вулкана сделаем. Угу, минус 5000. Ну все, в принципе, мы все построили практически. Нам сейчас нужно построить охрану, да? Ну и все. Выполнить задание нужно обязательно. Ну потихонечку пока в плюс пришли. Надолго ли? Можно глянуть, что мы ждем от кораблей. Доход 0. 3... Доход 1600. Вот уголь выход. 1600 какао, 2 кофе какао. А чё уголь так долго экспортируется? У нас есть отличная возможность для... Давайте быстрее, мужики. Ладно, глянем, что мы еще не ставили. Посольство. Где у нас посольство-то? Его еще не построили, да? Построили. Союзники. Вот, отношения, нам нужно 70, помните, нам нужно было для торговли 70, вот, 66. Похвала. Похвалить, ну давайте похвалим. Все, я похвалил союзников, как уматно. Какие дороги красивые у нас. Давайте, экспорт угля, заканчиваем миссию. Во. Генерал Пенультимо придумал еще один план, как задержать врага. Он остроумно предлагает их всех споить. Я не очень понимаю, зачем тебе нужен этот шут. Надеюсь, ты не собираешься следовать этому нелепому совету. Экспортировать ром в количестве 5000. Вторжение отложено на 18 месяцев. Блин, ром. А где ром-то брать? Точно, наверное, не здесь, я думаю. Не, не здесь. Ром. Это где-то здесь. Нет, не здесь. А где ром-то? Нифига, 20 000. Да вы что, с ума сошли, что ли? Эх, нам бы уголь экспортировать, он почему-то застрял. Заканчивается миссия, давай. 20 000. А почему так дорого? Он, наверное, хорошо экспортируется, ром. Вот он. А, предмет роскоши. Ну, глянем потом. Не, если он хорошо экспортируется, то возьмем ром, конечно же, будем бухом торговать. Чё же уголь-то стоит, я не понимаю, почему-то тысяча зависла и все. Давайте работайте, я уже максимум все сделал. 4 месяца. Угу. Во. Президенте, мир изменился. Нам нужно создать мрачную и безнадежную антиутопию. Такие миры в будущем будут неимоверно популярны. Для этого понадобится промышленность. Чем грязнее, тем лучше. И обязательно больше одной отрасли, иначе не получится создать злодейскую корпорацию. Довести количество отраслей промышленности на острове до двух. Отрасли промышленности. Да, это вот... А, нет. Первое это что? Это уголь? Президенте,
мир изменит. Ну ладно. Построим ром, будет еще одна, короче говоря. На угли не хочу наседать, это вообще ничего не стоит. Гроши. Хлопок. Уголь. Вообще ни о чем. Сколько, интересно, ром стоит? Интересно. Давайте перемотаем немножечко. Приток денег увеличился. Всё, наконец-то. Если верить учебнику психологии, я должна предложить вам награду, чтобы вы чаще принимали разумные решения. Выберите вознаграждение. 5 рабочих нам не надо. 4 года стоим строительство всех промышленных комплексов. Что же нам выбрать? Рабочих у нас полно, в принципе, снижение стоимости промышленных комплексов. Да мы построим только один ром. Ага, давайте, ну-ка. По идее, он будет дешевле, правильно? Да, смотрите, был 19 тысяч, стал 15. Хорошо. Хорошо. Отлично, все, мы закончили одно. Армейские базы. Что у нас с исследованием? 2 месяца осталось. И будем сносить, ставить базу. Вот, плюс 8 тысяч, нормально, больше давай. Я бы сразу ром уже построил. А я могу же в минус войти? Ага, я могу войти в минус. Рома и сахар, хорошо, нам нужно будет сахар, значит, добывать. А где лучше всего поставить? Где-нибудь вот здесь вот. Здесь вот, дорогу подведем. Имплантации, плантации, да? Вот так вот. Рискованный поступок, но он стоит того. Вот так вот и вот. Блин, и вот так вот. Но! Черт, тупая вышка. Пошел отсюда. Лишняя вышка в этой игре. Давай, убирайся, убирайся, убирайся. Это так долго она взрывается, что ли? Офигеть. Ну и чё? Дорога. Все, я в минусе. Большой минус. Нет. Перемотка нам не нужна. Стройте, стройте. Хорошо, значит, нам нужен сахар, президенты, да? Президенты, мы обнаружили танк. Да, открыта армейская база. Сахар, сахар, сахар. Ладно, тогда мы перекидываем тебя на сахар. Пускай будет сахар. Нет, мы не можем сменить, пока денег мало. Ну, будем ждать бабло. Ну, это был риск, но все равно это стоило, думаю, того. Ром, он нужен нам. Что у нас дальше? Давай электричество. Где вообще ром? Скорее всего, он где-то здесь будет ром, правильно? Давайте, мужики, бабло надо. Бабло. О, что, проиграли, что ли? Фух, я ж испугался. Это, наверное, авиасохранение. Скоро выборы президента. По нашей конституции мы обязаны назначить выборы на дату, отстающую от сегодняшнего дня, ровно на 12 месяцев. И кому только пришла в голову эта безумная идея сделать выборы обязательными? Что ж, похоже, ничего не поделаешь. Придется проводить выборы. Пора решить, кто из членов вашей династии будет баллотироваться и станет следующим президентом. Ну кто же это, кто еще? Давайте. Выборы до НАТО. О! А, нам нужно, короче, да, популярность набрать больше 50%. Хотя 51. Видите, да? Прикольно, прикольно. Как мы это сделаем?
товарищ президент. Я боюсь, что революция под угрозой. Коммунисты считают, что наша революция не самая лучшая. Все другие страны воздвигают монументы в честь успеха своей идеологии экономики, вдохновляя ими граждан это грядущее поколение. Если построят два общежития коммунистам, будет чем гордиться. Построить два общежития. Ну давайте построим. Нифига у меня упало. Я больше не буду президентом? Так, хорошо, было у меня сохранение. Ладно, все нормально. Построим общежитие. Общежитие. Ой. Недовольный. Я наверное, зря сделал, да. Эти выборы. Ну, что поделать? Пускай будут. Раз. Два. Вот так вот. И вот так вот. Все. Я надеюсь, что вы будете довольны. И даже сделаем как-нибудь... Да убери же ты. Как-нибудь вот так вот. Поставим какую-нибудь красоту. Вот он. Приток денег увеличился. Если верить учебнику психологии, я должна предложить вам награду, чтобы вы чаще принимали разумные решения. Ну, для импорта мы ничего не будем импортировать. Давай мне бабло. Было минус 7 тысяч, стало минус 5. Мне дали 5 тысяч. Какая логика, не понимаю. Капец. Я надеюсь, что я не проиграю из-за этого, реально. Выбор 12 месяцев. 41%. Что, мы построили уже все? Да, мы хотели построить два общежития. Вот они строятся. И базу. Базу мы построили. Отлично. Потребление сахара. Где у нас сахар? Да, сахар нужно поставить. Сахар. Пускай будет. Здесь на сахар будет нормально? Так, стоп, подождите. Здесь у нас сахар. Здесь у нас какао, да? Прибыль. Но это какао не самое лучшее, поэтому можно будет его сменить, например, на сахар. Все, пускай будет два какао, будет два сахара. Опять упала у меня популярность. Чего они недовольны, мрази? Город только развивается, у нас ром появился. Новое здание общежития, армейские базы. О, смотри, какая красота. Поэтому мы тогда убираем с какао вообще смысл. Убираем какао. Не, добавляем какао. Убираем с угля. Ладно, пока одного уберем с угля, поставим сюда одного. Блин, нужна репутация 40. Капец. Эх, 40 я нигде не найду, увы. Следующая акция через один месяц. Мы, наверное, просрали, я думаю, да? То, что я не наберу никак, наверное, 50%. Как я наберу? Я построю, вот и что. Дали 1%. Что им еще построить? Вечно недовольные, все ноют. Ром. О. Странно. Интересно. Все, доставили, поставили. Будем экспортировать ром. Уголь один, какао два и ром. Что же вам надо, коммунисты тупые? Построил два дома, ничего не дали. Вот, 46%, но это мало. Мало. Хорошо, построим еще тогда. Тут тогда еще одно общежитие.
Общежитие. Нам нужно уже строить. Ух ты, скоро у нас войнушка будет. Поэтому надо строить нам военный форт. У нас денег нету. Армейская база. Дает танковый отряд. Ну, сначала давайте казарму, потом пехоту. Пока. Ты нам больше не нужна. О, смотрите, 42. Откуда я набрал-то 42? Поэтому получилось, да? Угу, 42. Ну давай, Ром. Вообще бы я перешел бы чисто на Ром. Нам нужно сахар. Повысим немного вот так вот сахар. Здесь на сахар получше, да, будет? Давайте менеджера найдем там. Нет. Ладно, не будем. 42%. Мало, мало, мало. Надо 50. Из-за войны цена на сталь устойчиво растет. Нужно воспользоваться этим незамедлительно. В мрачном, безнадежном будущем все должно быть из стали. Построить сталелитейный завод. Ну вы что, гоните, что ли? Капиталистами. Угу. Ну что ж, придется строить. Где он? Завод. Где ж ты завод? Ага. Капец. Да вы что, гоните, что ли, железо и угля? Где я возьму железо? Короче, ладно, пофиг на них. Наше самое главное победить каким-то образом выборы. Право на оружие. Ну-ка, если мы отменим выборы, может отменить? Так, подождите. А где написано про выборы? А, вы не можете вносить изменения. Эх, ёлки-палки, 9%, даже 10% не хватает. А где взять? Фиг его знает. Построить вышки можно, а смысл? Армейскую базу надо построить. 15 тысяч, офигеть, стоимость. Попробуем ее построить, может что-нибудь даст? Нам нужны деньги, так. Хорошо, казармы, начнем с них. Казармы. Ну что ж, let's go. Давайте, мужики, я надеюсь, давайте. Должны помочь нашим выборам, должны. Что у нас? Ой, блин. Что же за дорога такая дебильная? Как ее поставить-то? Господи Иисусе. Какого хера она не подводится? Да. Ну, вот так пускай будет. Какая красивая дорога, а? А, вот. Что вам еще нужно? Великолепное изобретение, президент Электростанция. Эрит. Электростанция. Эх. 3 месяца осталось. 3 месяца. Что у нас здесь? Похвала. Давайте похвалим наших союзников. Отношения 57.
Электростанция. Что же может им еще понравиться? Газета у нас и есть. У нас бабла нету опять. Ладно, ждем, ждем, ждем. Да. У нас есть возможность повлиять на исход грядущих выборов. О. Откровенно говоря, это не совсем законно, но я гарантирую, что об этом никто не узнает. Опросы предсказывают, что вы получите 41% голосов. С помощью особой математической магии, пары взяток и нескольких пуль мы сможем обеспечить вам дополнительные голоса. Ну, давайте, что ж, устрахуемся. Везде такие выборы, я вам скажу. Зато мы 100% должны победить. Тем более остался один месяц. Здание еще не достроили нифига. Давайте достраивайте, мужики. Один месяц остался. Но... Вот, отлично, можно прокачивать своего персонажа. 40%. Президент, это случилось что-то невероятное! Мы проиграли выборы! Всемирная экономика... Все, мы проиграли! Иллюминаты, плохая... Да! И обычное невезение. Вот дьявольская смесь, из-за которой вы проиграли. Пожалуйста, когда будете уходить, оставьте на столе свою шляпу и бороду. Эх, ну вот так вот, да, не получилось. Совсем немножечко набрать не получилось. Еще получается очень много у нас заданий понабрали. Там уголь добыть, ром, металл, сталь, куча мала, да? И в итоге забыли про граждан. Ну, ничего страшного не произошло, у нас, в принципе, есть сохранение, мы уже тогда в следующем выпуске начнем с того сохранения, но все-таки по-другому попробуем. То есть, попробуем уже конкретно выбрать направление, да, там, туда, туда, два направления, и уже потом на улучшение города. Видите, да, я не успел даже построить эту фигню, казармы, и тем более не мог построить танковую дивизию. А это бы тоже повлияло. К сожалению, так. Ну все, всем давайте пока, до следующего выпуска.